Тирасполь, Екатерининский парк. Георгиевская ленточка каждому прохожему. У нас сегодня стартует акция «Георгиевская ленточка». Спасибо. Георгиевские ленточки от волонтеров Приднестровья. Сегодня в Тирасполе стартовала акция. Всего за несколько дней раздадут 2000 ленточек. Можно просто подойти самим к волонтерам, или волонтеры подойдут к вам, подарят ленточку и просто поздравят с праздником, с наступающим. Я ношу георгиевскую ленточку каждый год, и она для меня значит как символ победы. Это память о наших дедах, которые погибли, защищая нашу страну. Я считаю, что каждый человек обязан в память о наших дедах носить георгиевскую ленточку. Раздавать георгиевские ленточки волонтеры в Тирасполе будут до 5 мая. Каждый вечер в Екатерининском парке, на бульваре Гагарина, у почты и на балке у Тернополя. Затем в Слободею. Там тоже раздадут ленточки в канун Дня Победы.